Всем привет, меня зовут Артем Адархаев, я основатель и генеральный директор студии медиа-контента Fox Motion. Мы делаем графику для больших мероприятий, для огромных площадок, шоу и артистов, в том числе которых вы можете знать. И мы записываем интервью специально для проекта Тверти. Саша, мой партнер, он прям говорил, речной, то есть давай какой-нибудь, ну давай что-нибудь сделаем. Я говорю, давай, там же какая технология, что у тебя есть видеофайл, у тебя есть проектора, и тебе эти проектора нужно еще свести на это здание, чтобы все работало. И мы вот это быстро-быстро делаем, практически сводимся, и ровно в этот момент идет дождь. Я понимаю, что если мы сейчас это не снимем, мы не снимем это никогда в жизни. У ребят уже камеры стоят, ну то есть все круто. И ребята берут куртку и делают живую палатку. Я прям ездил и учился. Вот. Я получал международные квалификации, в итоге получил по видео, по свету, по звуку, по 3D-визуализации мероприятий. То есть вот все, которые я мог, вот все международные сертификаты, международные квалификации по этому вопросу, до которых я мог дотянуться, я все получил. Вот несколько площадок таких крупных, в том числе там Европейские игры в Минске, которые были такая олимпиада на минималках. Вот мы когда работали, вот мы успели. То есть мы успели, причем успели довольно комфортно. Там наш заказчик, он даже порепетировал, там все хорошо. Мы те, у кого заказывают графику. Мы подсмотрели у наших западных коллег, как они делают кино. А кино они делают, у них очень классные предварительные стадии согласования. И они промежуточные уточнения делают очень интересные. И мы поняли, что это, ну, нам поможет. И мы тогда начали это применять. И за неделю отгрузили трехминутное шоу на Универсиаду в Красноярске. У нас есть планы по продаже за рубеж. То есть мы сейчас хотим переходить потихонечку в валютную выручку. То есть, ну, чтобы потихонечку как бы продавать за рубеж. У нас уже есть такой опыт, мы работали, но хочется прям вот непосредственно взаимодействовать с иностранными компаниями и делать это для них. Вот. То есть сначала мы работали в Тверской области, потом начали на всю Россию работать. Сейчас хочется, ну, вот, на мир попробовать поработать.